Говори, сука, а то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет везти на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращают. Продолжай в том же духе, друг мой. Ой-ой-ой. Прикиньте, мужики, неделю назад подлечил братка в темной долине. Так теперь тамошняя братва ко мне со всем уважением. Сжилый выгодный бартер наладил. Да и самим Боровым вроде делюга намечается. Вывод таков. Даже если и бандиты лежит и стонет, проявите сострадание. Дайте аптечку. Не обеднейте. Прячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. Спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари. Он мне помог. Спасибо, друг. Подходи, пообщаемся.
Пиздец! А теперь соло на вокальной гитаре. Иди, бугру по ушам катайся, а мои не казенные. Вот у меня на большой земле остался 412-й москвич. Двигайся. Ну типа привет. Понравилось? Хочешь еще? На, получай! Пинка, чтобы улетел туда, откуда не возвращаются. Слышь, брателло, подойди-ка, у меня деловое предложение.
По-хорошему веди ды, ага? Помогите! Люди, помогите! Слышь, брателло, подойди-ка, у меня деловое предложение. Не приближаться опасно. В общем, хватаю Василия за ремень, бежим. Ну, сами снимайтесь, блок поставили. Куча народу сейчас прибежит с автоматом. Рванули мы через дрищу в заборе. Затем полем, в ближайшей роще. Яму завалились. Дышим, слушаем. Ну, и те из пулеметов по нам, естественно.
Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене! Спасибо, друг! Я твой должник! Если тебе перетереть, что надо, вон тебе пахан. Бандитскую версию этого же анекдота. Значит, три конкретно тебе. Спасибо, снег тебе. Выпили все, что было, не хватило. Старшина.
душой посмотрел на них, встает, подкатывает к водителю. Литр беленькой, хавчика поприличней, и чифельку на всех, и по-быренькому, одна нога здесь, другая там. Откуда вот ты такую ботву таскаешь? Вот идиоты, а! Ведро надо было просить. Интересно, а как исполнители столкуют чифирьку на всех? И одна нога здесь, другая там. Разговаривают два друга. Слышь, корешок, ты спорт любишь? Конечно, люблю. А какой конкретно вид спорта больше всего? Я больше всего люблю приседания. А почему? Погоди, разве такой спорт есть? Конечно, есть. Приходишь в бордель, а к тебе на колени то одна барышня присядет, то другая. Потому и люблю. Недавно я разговаривал с знакомым бандитом. И вышел от него, поляна накроется. Ты пойди вот той собаке расскажи. Догадывать будут, ну чтоб никому не в облом. Выпили все, что с собой было, не хватило. Большой посмотрел на остальных, встает, подкатывает к исполнителю. Thank you.
Волта, прибери, братишка. Система защиты лаборатории активирована. Система защиты лаборатории повторно предупреждает. Волта, прибери, братишка. Оставьте до входа в лабораторию артефакты. Волта, прибери, братишка. В противном случае артефакты активированы. Волта, прибери. Волта, прибери, братишка. Защита лаборатории сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов. Ha ha ha!
Система защиты лаборатории повторно сканирует вас на предмет вредных и опасных для работы оборудования артефактов. Завтрашнего дня при...